Всем привет, с вами Грау, и мы продолжаем Dead Space. Сейчас, куда нам там идти? Куда-то идти. Я уже не помню, что нам надо сделать, если честно. Ну, сказали туда, значит. Как бы все без вариантов. Сейчас знаем, что у нас в инвентаре имеется еще. Так, и так у нас есть патроны на... А, у нас импульсная винтовка уже есть. Я и забыл. Но, в принципе, инвентарь почти пуст. Узлов нету, кредитов мало, поэтому поехали пока выполнять задание, там по ходу дела разберемся, что мы будем когда грейдить и за чей счет. Кстати, что это за хуйня лежит? Вот. Личный дневник доктор Кэлус Мерсер. Теперь у меня есть объект для изучения. Я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесен необходимые метки. Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца в... Ёб твою мать, а кто это такие лица? Охуеть, настал. Ну-ка, эти ящики подобны. Чайники, чуть не сказал. Нет, не чайники, ящики. Так. И что нам, куда нам? Ага. Я, наверное, так и думал. К компу. А что еще здесь есть? Что мне тут не нравится. Мне тут пикахи висят. Пожалуйста, ждите. Окей. Синтез антигена завершен. Пожалуйста, ёб твою мать, ты кто такой? Борьба за жизнь достойна восхищения, но твои подруги напрасны. Ты кто такой? Хач. Не так безнадежная. Петухан, смотрите какой, хачина ёбаная. Узрел, что мы все давно мертвы, но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой век, свою борьбу. Наше будущее... Твое будущее. А ну? Будущее не понял, стекло треснуто здесь. Такое. Позволь мне познакомиться. Ну ничего хорошего мне не расскажет, я уверен. Детьми, которые заменят нас нашим лучшим творением. Слышь, блядь, ты не вздумай мне эту капсулу никакую открыть. Я, блядь, чувствую прям шуша... Ёп. Ну это было предсказуемо. Это пидорас, блядь. Так, ладно. Так пошел нахуй. Что ты, с одной рукой даже будешь бегать? Что он не умирает? Ебать! Блять! Почему я не смогу убить? Почему он не смог убить? Я не хочу такое, чтобы он регенерировался. Бежим нахуй отсюда, блять! По-моему, это пиздец. Мне не нравится эта идея изначально. Блять, он что, за мной еще бегает? Я хуйню-то могу достать? Короче, что-то тут хуйня когда произошла, нездоровая, если честно. Пидорас какой-то за мной вышел. Ну хорошо, что он в двери хоть не ходит. Ебать, говноножки. Ай, заебись, как я их поздно увидел, ребятушки! Зверятушки. Да? Вот такая хуйня, малята. То есть мы вот тут близко совсем. Вот эти пидорасы. Ёбаные писюны. Сперматозоиды, блядь. Атакующие писюны. Самоходные. Во, уроды, блядь. Пошли нахуй. Это органическая дрянь тут повсюду. У меня глаза и все. Сейчас ничего не вижу. Ладно, бежали. Ха, хуй я сказал. Это вон туда. А куда мне бежать? Ну куда-то туда, ладно. Я так и подумал. Не, это мне вообще не нравится, что, блядь, тут есть уроды, которых нельзя убить.
Ладно, это была какая-то амнезия, где в принципе всех врагов нужно убить. А в игре, где ты стреляешь и привык всех убивать, когда появляются враги, которых нужно убить, это не вариант. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследовал. Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. Айзек, ты должен поторопиться. А ну, у меня он куплен хоть? Наверное, куплен. Так, что у меня в рюкзаке есть? Ну, я бы не сказал бы, что прям так дохуя всего. Можно одну выложить, в принципе. Зачем мне столько аптечек на борту носить, правильно? А вот, вот эту хуйню взять, например. Этот хуйню взять. Ну, просто потому, что у меня, по-моему, патронов не очень много. Давайте глянем теперь, сколько чего. Ёпта. Ну, теперь очень мало патронов на вот эту дрянь. И мне это не нравится. Поэтому берем вот эту дрянь, перезаряжаем. Берем вот эту дрянь. Тоже перезаряжаем. Сохраняемся. Блин, мне не нравится. Не нравится. Теперь этот монстр где-то рядом бегает, рычит, и что с ним делать, непонятно. Давайте перезапишем вот эту неизбежную смерть, потому что она уже вполне неизбежна, как оказалось. Не, ну Аллах Акбар меня, конечно, порадовал своим детищем, ёпта. Куда бежать? Расскажите мне, как ебутся гуси. Да, так мы тут были, это. Мы тут взрывали вот эту баррикаду. Было дело, точно. Бля, если бы знал, я бы не тратил патроны на него вообще. Ну ладно, сейчас я думаю, отформимся по патрону. Все равно это самое хорошее твой оружие из того, что мы сейчас есть. Как ты заебал. Выродок, сука, бородатый, ублюдок, ненавижу. Такие, как он, вызывают ненависть не только к нему конкретно, но и к бородатым, подобным личностям в целом. Подсознательно. Послушай, слышишь? Что ты хочешь? Вались. Да раз. А как к нему туда зайти? А, ну с этой стороны никак, наверное. Ага, мне нихуя не туда, кстати, говорят. Так, надо тут пособираться. О, пушечки, котяшечки. Котяточки. Что за хуйня? Вот, ёпта. Иди нахуй. Ну начинается, блядь, еще блинки. Ну этого-то можно убить? Вот этого надо, короче, пить. Эй, я тебя запиздил, ну. До свидания. Сука, заебал. Вот. Еще раз пробуем. Куда делать? Остается. Я чувствую, они нам сегодня нормально нервы попортят. Ублюдки. Не рычи, ублюдок. Я уже знаю, что с тобой делать. Кстати, ему, наверное, лучше просто ноги отстрелить. То есть, чтобы он медленнее делал. А вот этого сразу надо убить. Падаю. Все пособирать здесь надо. Где оно? Раз регенерируешься, блять, надо же было такое придумать. Нахуй он вообще нужен.
падает. Ты говно. Знаешь, это никто. Оп. Он наш план меня тут не зажил. Что ты, писюны стоишь, это вычел. Стоп. Я тебе их отстрелил. Что-то все время блокирует двери. Я взломала защиту. Лежи. Вперед. Проверять не буду. Главное, ты терминатор. А чё, Майзек вообще не ходит? Тушка тупая. Ну, дверь, давай. Дверь, закрывайся, пожалуйста. Не будем испытываться. Ходит там этот терминатор. Не надо за мной идти. Падла. Есть что-то? Надо патронов подставаться. Я так чувствую, я сейчас еще и на аптечке просяду. Не, ну тут их надо топтать, выбивать сейчас с них патроны по максимуму, сколько это вообще возможно, потому что я без патронов далеко не убегу. Так, тут вот есть хуйня вот такая взрывная. Давайте посмотрим, что у меня осталось. Ну, чуть больше, чем нихуя, на самом деле. Особенно с точки зрения аптечек. А вот с точки зрения патронов на винтовку, кстати, нормально. Можно имя пока побахать, я так думаю. Поэтому берем ее. Плюс у нее достаточно неплохое останавливающее действие. Как я понял. Ёб твою мать, да что ж такое? Пошёл вон, срань. Ты кто? Подождите, я не сюда бежал. Мне не здесь надо было. Писюн, сука, лет торчит, смотри. Не очень им помогает. А, блядь, чем она стреляет? Я не понимаю. Да кто меня тыкает? Тварь какая. Где она? Что, блядь? Ебать, откуда? Я просто не понимаю, не вижу. Ну и нахуя мне вот теперь с лоу хп? Конечно, я, блядь... Ну, нахуй, подожди, я не понимаю. Ну. Знаете почему? А, ебать, он еще не умирает. Потому что мне надо сдохнуть, чтобы сейчас начать с контрольной точки. А этот мудила не умирает. Давайте уже застрелите меня хоть. Не, ну потому что это безидейная хуйня, бегать с лоу хп и без аптечек. Ну и куда? Где? Где монстр ближайший? Я ебал, потому что от сохранения долго бежать, а тратить сейчас, выхиливаться аптечками, это полная ересь. Я даже это вырежу, пожалуй. Что ты, блядь, умри уже, животное. Давай, о, давай, убей меня, терминатор, ебать. Да можно и быстрее, блядь. Генерат. Рычащий, сука. Так, я с хитами родился. Где я есть? Ой, не, мне туда не надо. Вот, нормально. Я его хоть не выпустил оттуда. Он так-то бесполезный, его закрыть за дверью ближайшее, все.
Он не гоняется, не открывает двери. Это не то, не та игра, в которой монстр умеет открывать двери, как я понял. Поэтому, блядь, а вот с той херней очень глупо вышло. Она мне очень много хитов снесла. Вот где кредиты лежали, поняли? Так, а ну берем баллон, сейчас мы ей испортим, подпортим хитулечки. Сейчас вот это вот зарядим, барабан свой. Барабан пистолетного типа. Теперь мы знаем, что тут слева херня. Как оно, дерьмище. Волосатая падаль. Что это у тебя за пиздящий там торчит? Фу, блядь. Мерзость какая. Мерзопакостное гумно. Отвратительное. Так, с этой разобрались, хуйня. Есть, дальше. Теперь по-нормальному пробежим вот тут. Посмотрим, что где валялось. Что где не поднялось. Да вообще надо, знаете, смысл бегать, носить в инвентаре аптечки, если их надо использовать, на самом деле. И бегать с хитами, а не с аптечками. Ну, когда это возможно. Что такое? Че ты рычишь? Че ты плачешь, дурочка? Так, патроны не вижу. Ей отстрелить башку можно? Наверное, нет. Или можно? Чтоб она не плакала. Утеши, так сказать. Я бы утешил, а чё? Так, хорошо. Смотрим, что у нас, чего осталось. Ну, нормально, уже можно жить. Так сказать. Вон, кстати, еще какая-то хуйня валяется. А ну-ка. Да ну, топай. Может, что-то выбьешь. Говнище. Это 100% какая-то пиздища. Монстрятная. Пиздота монстрятная. Монстрята пиздота. Так, вот тут нам надо залутаться нормально. Тут есть чем залутаться? Я бы залут... Нахуй. Нам такое не надо. Гляньте, как ноги отлично торчат. Ворот мне ноги, говорит Дэвид Бэйн. И вот тут сохраниться обязательно, да. Вот тут точно надо сохраниться, это не лишнее. То прям на верхней сохраняемся, хули. Что? Что? Что не так? Вот это мы сейчас все покрошим. Пособираем, я хотел сказать. Личный дневник, доктор Кэлус Мерсер. Образец прекрасно реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной мне структуры. Эксперименты неинтересны. Ты мне, блядь, этих уже наглядно показался. Эксперименты, доктор Мерсер. Это ты, Аллах Акбар, да? С бородой, блядь. Доктор Мерсер. Что-то ты не очень на Мессера тянешь. Ты скорее на какого-то хачину вонючую тянешь. Немытую. Добавляю образец 9797 к остальным компонентам. А я в тот раз туда не заходил вообще-то. Куда нам теперь? Это какая хуйня внизу у нас. Нарисована. Отлично, Айс. Давай, заканчивай. Это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Смирись со своей смертью. Мне абсолютно не нравится, что игра на религиозном деле. Кто твой погребенный присутствующий? Он герметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Отлично. Весь воздух ушел в открытый космос. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Да за в рот ебать эту подачу воздуха. Подождите, господа. Так а как мне жить? Я ж без воздуха сильно не поживу. Где монстр, который я в прошлый раз где-то тут в закоулках нашел? Было дело? Было. Сука. Кислородом оно будет управлять. Говно бородатое. Фу, сука, ненавижу. Как мне чужд образ вот такого исламиста, блядь. Ой, блядь, ёб твою медь. Это пиздец, это все, это я умер. Блядь, ну, сколько не старайся. Надо было Стоп! А если огнемет без воздуха не работает, что я должен делать здесь? Бля, ладно, еще раз попробуем, давайте, потому что уже мне это крепенько подзаебало.
Ну, у меня всего одна идея, как с этим говном справиться. Отлично, Айс. В нее входит сейчас фьюз вот этой аптечки. Чтобы у меня было больше хитов на фьюз. Да Андон, ты, блядь, сука, бородатый. Ты мне так надоел. Это так одно, какие у меня планы на твою штуку. Кто побери это быстро? Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь так. Воздух ушел в открытый космос. Интересно, как, блядь, связь слышно хорошо, а... Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Да срать, я не хотел на пульт поста охраны. Тут он, сука, сперматозоиды, нахуй, бегут на меня, нападают. Их отхуярить надо по-быстрому. Потом только будем разговаривать про пост охраны. И потом, мы же уже знаем, что там, сука, неубиваемые некроморфы есть, которых хуй убьешь. Не поверите, да? То есть нам их еще надо как-то с этим, сука, терминатором разобраться. Непробиваемым. Ну что-то нам сейчас придется с ними придумать, потому что иначе нам жить не жить и бомжить. Так, тут я все забрал. Воздуха нажрались, вроде бы как бы сохранка не работает, поэтому нет смысла даже пытаться. Побежали, а хули, попробуем. Попытаем счастье. Где лов-то? Тут как бы и бежать вроде недалеко, вроде задрочило уже. Так, я тут был, все похуй. Сейчас надо главное вовремя стазисы кидать. Ну, то есть это, если так технично играть. Макароны вот эти ебаные, чтоб сейчас из них, блядь, вылезли макароны ебаные. Почему у меня не работает? Может его выманить сюда и тут оставить гандона этого сраного. Вон, терминатор, иди сюда, дерьмовщина. Сейчас я сбегаю за воздухом. Да, а что, будем вот так их от двери танковать? А что еще делать остается? Просто я не вижу другого варианта это пройти. Бежим, кислородину жрём. Сейчас, откислородимся. Как бы сказать, отхиляемся вроде неприменимо. Сказать, откислородимся в самый раз. Правильно? Катаны. Вот и я так подумал. Так, ну и как бы там что, там эти еще сперматозоиды бегают, нет? Сейчас будем разбираться со сперматозоидами в первую очередь. Нам они не нужны, потому что они прыгают нам на спину и жрут кишки. Вообще, это и есть кишки, блядь. Ой, выходи, давай, другалек, выходи. Эй, Антон, выйти не могут в дверной проем, зацените. Вот это прикол. Лошьё, днина. Дно. Ну, вот эту матку надо разнести по-бырому. Глянь, что, ты подойти не можешь, мудила? Вот дурак. Кончено. Гнать. Шо вы, макароны сраные. Тра-та-та-та-та-та-та, нахуй. А ну, матку надо расстрелять, блядскую. Мрит, падла. Вот так, блядь. Побежали воздух хавать. Если бы я раньше знал, что эта дверь их стопает... Я только сейчас заметил. Если бы я раньше сообразил, я бы не бомбил, не снимал 8 дублей. Ну, сейчас я подредактирую, оставлю, собственно, первый дубль. И вот этот, если этот будет последним, финишным, так сказать, выигрышным, то я вот этот и первый оставлю, чтобы вы понимали, в чем подхёрт основной. Да и, в общем-то, хуй бы с ним. Вы бы с ним, да хер бы с нами, правильно? Как обычно. Я-то думал, Dead Space пройти нельзя. Оказывается, это нельзя. Ах ты говно. Что ты, а пропрыгнуть-то слабо через дверь, вонючка? Так, туда тебе и дорога. Так, терминатор гасим теперь. Пошел в пизду, урод. Давай, собирай свои конечности. Я пока тут побегаю, попрыгаю. Посмотрю, что тут есть. Какие-то ништяки валяются, я смотрю. Тут валяются, там валяются. Пошли пофармимся. Брат, братан, подмышка, да? Конечно, пофармимся. А вообще, не, побежали на пост охраны. Я воздух включу, быстренько, только бежать надо. Пошли вон, говноножки. Вы в дверь не пройдете, ты не пройдешь. Куда мне бежать? Быстро. Вот сюда, да? Отлично. Говорит, ждите, ты не можешь. Ха-ха-ха. Все, мы это сделали, ребятки. Ждите. Дай мне, блядь, сохраниться, падла. Что бы ни задумал, делай это скорее. Почти не могу дышать. Ко-ко-ко-ко-ко. Попробуй переключить. Заебали вы, дайте мне сохраниться, там робокоп сзади идет, мясной. Как вы заебали пиздеть по аудиосвязи, дебилы. От таких союзников пользы меньше, чем от самого страшного врага, потому что они не дают ни сохраниться, ни хера сделать, блядь. Конечно, принять. Я готов уже принять что угодно, только чтобы сохраниться побыстрее.
Так, есть такое дело. Пошли теперь разбираться с говном. Подкатят он все. Ну, сильным подъедем по-быстрому. Сейчас потопчем их. Нормально мы сейчас подкатят. Так как положено. Чтобы патроны выпали. Мне там аптечки нужны, патроны. Вы знаете, это прекрасно. Топчи, топчи, пока ребра не вылезут. Чтоб аж кишки выпали. Давай, топчи этих младенцев. Что-то такое там тарахтит, бежит. Мне нравится ничего, чтобы тарахтело. Я хочу спокойной жизни, так сказать. Насколько это вообще возможно в этой игре. Что там, интересно, Робокоп еще ходит? Сосейский бык. А ну, смотрим, что у меня по патронам. Ну, во-первых, я теперь могу огнемет юзать. Во-вторых, я сейчас продам кислородный баллон, тот сраный. Что еще? Ну, что-то попродаю все, что лишнее. Покупаю все, что нужно, как обычно. А ну, мудак. Мудак в двери пройти не может. А я-то думал. Он вообще не может в двери пройти, чтобы вы понимали. Вообще, где он ходит там? Пошел, вот, урод. Мне тут надо пособирать просто что-нибудь, мне кажется. Сейчас пробежим, там посмотрим, что можно собрать. Он же меня на пику точно как бы не натянул, правильно? Вот это главное. Все остальное херня как бы. Выглядай, пошел, что. Урод такой. Никому не страшен ты, никому не нужен. Пошел. Ах ты говно, сука, блядская. Терять. Акела промахнул. Блядь, а как он сюда зашел? Подождите, господа, я на такое не подписывался. Собственно, тут нехер ловить. Загрузка поэт. А ну подождите, а сюда он может? А сюда он может пройти, прикиньте. Значит, я это вырежу. Значит, я это вырежу, ибо нехуй. Просто будем дальше проходить. Потому что возвращаться нам туда, видимо, незачем. Я думаю, все это понимают. Так же, как и я. Что тут? У нас шкафчики, не шкафчики? Может, нам что-то поподкинули все-таки? Что-то можно купить, взять, пить. Да, хоть что-нибудь сделать. Можно плохое? Так. Мне эти звуки не нравятся. Они тут крякают, кукарекают. Зачем мне такое? Сейчас мы, короче, в магазин зайдем, позываем, что к чему и с чем едят. Каких котят и с чем едят. Ой, блядь, что у меня есть? Вот это мы продаем. Да, я уверен. Я уверен и на 100-500%. Импульсные заряды нам пока пригодятся, тем более, что мы ими отстреливали кишки. Плазменный рюкзак нужен, это нужно, все нужно. Нам бы прокачать что-нибудь как-нибудь. А, знаете, что мы купим? Мы сейчас купим узел. Силовой, конечно же. Геморройный сами будем покупать. Это не ко мне, ребят. Что куда мне? Что где куда? А, о, вот туда, да? Нихера себе. Ну, мне, значит, к станку надо сбегать, я так и понял. Пуль у меня, кстати, не очень много на этот. Пистолет? Пикстолет? Пистолет. Кстати, мне бы стазис подзарядить. Я что-то как-то думал, что я то место с Робокопом, я буду его как бы проходить через... Сука. Тварь. И что это значит? Она меня сейчас ёбнет? Есть новая информация по атмосфере. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Гидропоника. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном. И что, и нахер мне этот Левиафан? Мне его пойти надо шлёпнуть, я так понимаю, да? Я все правильно понял, ребята. Мне надо Левиафана теперь кастрировать. Зашибись, кричал Орыч, что я могу сказать? Слушайте, а мне вот интересно, как бы после того, как мы воспользовались дверью с силовым замком, можно его отсюда как-то экстрагировать, этот силовой узел? Нет? А жалко. Я бы забрал бы. Не, я на самом деле отлично отыгрываю, понимаете, суть Айзека, потому что Айзек еврей, а еврей не может пропустить никакие ништяки и итемы, соответственно, я все собираю и все продаю, что мне не нужно, а не просто там пропускаю, дропаю и так далее. Правильно? Правильно. Я не могу просто, не имею права по-другому из-за него играть. Смотрим. Так, тут прокачан урон максимально. Тут. Тут, в принципе, нихера не накачал. Не знаю. Хотя не знаю. Хотя я призадумался. На огнемете объем... А что такое длительность? Увеличит время работы на одну единицу. Он, в смысле, выжигает? В смысле, вот сам огонь дольше горит? Или как? Перезарядка. Скорость перезарядки. Хорошо, объем... Ну хрен его знает, давайте попробуем то ли до DLT его качнуть, то ли
что в импульсной. Объем и пустой узел получается. До ущерба мы даже не дойдем. В принципе, ущерб у меня на импульсном пистолете, это на арбалете. Поэтому давайте качнем огнемет, посмотрим, как будет он с ДЛТ себя вести. Это как ДЛС, только ДЛТ, вы понимаете? Вот так, на ДЛТ пошли. Посмотрим, как будет. Тем более, что там еще два и будет еще Б. То есть будем им выжигать номер, так как, понимаете, элитным огнеметом. Куда мне там? Где там это? Гидропоника. Где наши все пони? Все пони сбежали? Все пони теперь на балконе. Матка это на стену. Ой-ой-ой, макаронина! Тварь! Говнище! Убить! Убить! Кастрировать кишки эти! Умри, тварь! Глянь, как они быстро хиты выедают, падлы. А я даже не заметил, что они тут бегали. Какого хера они тут появились? Их не было. Давайте достанем эту хрень. G. Не, ну вот когда их немножко, они вроде и хиты не успели посъедать. Когда они напрыгивают пачки, это просто бич какой-то. Бич. Я не знаю, как это. У меня слов не хватает просто на этот случай. Понимаете? Что это такое? Мне куда? Мне туда, а я вот сюда хочу. Понимаете? На грузовом лифте поехать. Может, я что-нибудь найду где-нибудь? Может такое быть? Или я трачу время, как вы думаете? Давайте попробуем, подумаем. Посмотрим. Мы тут не были, по-моему. Надо изучить помещение. Может, там тут ништяков накидали? Зайдите в комитет. Что? Какой, блядь, комитет? Ага. Или мы тут были все-таки? А, мы тут все-таки могли бы быть. То есть мы можем тут даже сохраниться. Смотрите, тут, оказывается, уровень открывается по ходу дела. Ну, окей. Вообще, нам там как бы, я думаю, что пора уже серию заканчивать. Хотя я не знаю, как бы, если я вырежу все дубли, вот я не вдал, я сколько реально получится игровой серии. Подождите, я так думаю, надо застазить. Пробежать, посмотреть, что тут есть. Зарядить стазис. Азис! Азис, свет! Так. Не, хоть тут ловить, да? Или есть хоть? Не, ну ладно, если слова не хватит, если слова есть. По-моему, это логично. Сейчас, куда? Ну, дойдем до какой-нибудь уже осмысленной точки. Сейчас попробуем, наверное. И там уже закончим серию. Я не хочу сильно короткой делать, раз уж мы начали уже нормально проходить, раз я уже допер, как это пройти, без бомбежа, без пердежа. То будем проходить по-людски. Люйский. По-луйски. Луйский-фуйский, передауйский. Что тут за хуйня произошла? Ёбаный пищу. Ой, не-не-не, давайте мы только не будем второго монстра освобождать. Пожалуйста, мне, блядь, одного хватило. Тут можно вот это, чтобы спиздить? Нет. А я хотел. Там узел, блядь, можно зайти в его капсулу, подрочить тут, да? Тихонечко, пока никто не видит. Ну, тоже нормально, кстати, ребят. Я всегда мечтал подрочить в капсулу, где вырастили монстры. И что я делаю? Пожалуйста, я даже не понимаю, что он делает. Еще мне обратно бежать, конечно. Взять новый термос, блядь, бежать назад. Зашибись, кричала рысь. Второй откроется? Кокон. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. И что мне там ловить? Гидропоники ваши. Так что будь осторожен. Путин осторожен? Какой он нужен? До свидания. Что мне только что сказал? Откройте мне дверь, значит. Думаю, да, думаю, ты должен увидеть весь. Нет, я не хочу ничего видеть. Откройте мне дверь, я хочу отсюда выйти. Твою мать, уродливый ты, блядский доктор. Ну или дверь ты мне откроешь, или я тебе дверь сейчас открою. В одном месте, ты понял? Аллах Акбар, ёбаный. Собака. Мультипроклятая. Ух ты! Бомбежка, грабежка. Нихуя себе. Это нам надо. Плазменная энергия нам особенно сейчас. Бесценная просто штука на самом деле. Потому что плазменной энергии мне как раз таки не хватало. А еще бы парочку аптечек не помешало. Смотрите, что это? Золотой... Золотой проводник. Вот это хорошая вещь, ребята. Плазменной энергии немного, зато очень много топлива на огнемет. Так что если что, будем палить их просто к хуям. Благо, кислород есть. Давайте так сразу и подряд. А вот этого я раньше не видел. Почему-то. Чего, блядь? Моё дело должно быть продолжено. Кто там кукарекает?
Говнодоктор, ты где? Можно я тебе башку отстрелю, тварёныш? Я тебя ненавижу, ублюдок, просто бородатый. Аллах, Аллаховская пада. Рива Дубля, ты на землю не попадешь. Я тебе не дам попасть на землю. Бля, буду. Ребята, что тут сейчас будет? Мне что-то не нравится, то что тут замкнутое помещение. Где-то выродки здесь нет. Правда? Я так и думал. А что это сейвал? Да? Опа, ну понятно. Да пошел ты в ход. Лови. Так, а что я должен сделать? Подождите, а как я это сделаю? Что я должен сделать? Давай! Сколько их? Бежим! Я думаю, что мне его надо как-то в этот контейнер заманить. Правильно? Тварь! Ты просто тварь! Где ты взялась? Говноножка проклятая! Сука, начинается. Конечно, конечно он меня захватит. Конечно. А вот стоит всё, да? Сейчас мы тоже будем туда. Ну иди сюда. Да дайте мне его заморозить! Твою мать, почему я не могу его заморозить? Почему он не заходит? Нет, ну почему сейчас? Почему это именно сейчас, когда я записываю? Боже мой. Почему надо думать, блядь? Пошли в жопу. Включите. Включите себя где-нибудь еще. Сейчас, блядь, не до ваших стуков. Вы бухаете, а я не хочу бухать. Бля, ты уже поиграл. Да почему ты так быстро регенерируешься, тварь ты дивная? Где эти сука? Писиноиды. Вон сюда попали. Первый. Второй. Где? Вот второй. Монстр уже, да, догоняет? Ну, давай, умирай, умирай. Ну он, блядь, неубиваемый просто. Че, сейчас мы, блядь, что-нибудь придумаем. Ну-ка, гнида, давай на меня наступай. Бежим. В дверь, я уже понял, что надо сделать, просто я не успеваю, блядь, это сделать, потому что он меня отвлекнет, он мне, блядь, включили нервы. Все, он умер, блядь, и он сейчас там опять будет. Цикл заморозки завершен. Наконец-то. Транспортирую пациента. Вырежу все лишнее. Самые удачные дубы. Будем надеяться, мы больше не увидим это. Это. Я конечно увидим, ты что, сомневаешься, что этот гибучий алхагбат придет его выпустить? Ведущая в отсек гидропоники. Слава на ваш отсек гидропоники. А ну, что у нас вот здесь, по соседству, да? Ну да, мне куда-то туда и показывают, только я сначала тут вот пособираю всю шумиху, блин. Потому что я убивал монстра, почему-то я сохранился. Второй раз уже всякие аудиосообщения не играли. Сразу монстр появился, то есть при загрузке сейва тут на входе. А если вы обратили внимание, то есть, да, по-странному сработала сейвовая система. Ой, блядь, ой, пиздец, блядь, ребятушки. Ну, вроде как все собрал. Главное, чтобы меня тут сейчас как того Аллах-Акбара не заморозил. Ну, в смысле, как мозг. Откуда у меня хиты взялись? У меня хитов не было вроде. Или я перепрошел нормально, да? А, ну да, я же перепрошел еще раз. Потому что меня опять, блядь, ёбнул этот мудак. А можно я пойду там сохранюсь? Или не вариант? Или мне дадут сейчас где-нибудь сохраниться? Ладно, будем надеяться, что нам дадут где-нибудь сохраниться, и заново это говно перепроходить не придется. Я очень, блядь, на это надеюсь, правда. Сейчас где-то вот тут будет сейф какой-нибудь, да? Будет сейф или нихуя не будет? Не, мне нужен сейф, ребята, так не годится. Что это за очко? Мне магазин нужен, сейф.
Или там на следующей станции все это будет? Давайте посмотрим, подумаем. Ну, понятно, что они хотят, чтобы я закончил уровень. Я вот не хочу уровень заканчивать. Хотя, с другой стороны, это хороший повод закончить серию. Поэтому, ребята, ссылка на плейлист будет в описании. Ну, если бы нравится, подписывайтесь на канал. Дальше будет только лучше. А так, до новых встреч. Пока-пока, ребятушки. С вами был Грау.